Так, ну что, продолжим Wall Street онлайн. Те, кто только присоединился, до этого был открытый вебинар, поэтому продолжим. Так, ну, те, кого еще только присоединились, добрый вечер. И не будем тратить время, да. Начнем сразу с важных моментов. Новостей. Значит, на следующей неделе по отчетам Германия, базовый экономический индекс потребительских цен, настроений, и Британия также считается во вторник, по штатам строительства, вернее даже разрешение на строительство, в среду будет отчет в 16:30, немножко могут качнуть, но в принципе уже я так за годик наблюдаю, не особо на этот индекс уже реагируют, как опережающий индикатор. А вот сейчас максимально мониторят только процентную ставку, то есть насколько мощно включили станок, либо же выключают. Ну, это финансисты, и на самом деле буквально вот, возможно, после выходных появится на канале YouTube мы хорошее видео зафиксировали с мастодонтами финансовых рынков, то есть те, которые просто гении своего времени. Кажется, даже один из видео, я просто еще не добрался до него, Карл Маркс, вот, будет, ну, то есть вся вот наизнанку вывернута, то будет финансовая структура, и вот из одного видео там просто отлично было показано, насколько ну, Австрия, то есть все вот эти вот кризисы там по инфляции, инфляционные, то есть уже это уже было, и мы попросту наступаем на одни и те же грабли еще раз, еще раз, еще раз. И, в общем, интересно будет посмотреть. И про нефть там еще есть один хороший видос, посмотрите. Так, ну, скудненько по отчетам, тем более близится праздничный период, и возможно даже начнется немножко меньше ликвидности на рынке, ну, не прям кардинально, но чуть-чуть снизятся обороты, и это сезонность, это нормальное явление. Значит, новая традиция, мы смотрим карту Finviz. В принципе, сейчас подгрузится. Вот, за 3 месяца картина по штатам. Тут Google, собственно, и продукции Google мы сейчас смотрим. Этот Finviz. И собрал данные, собственно, Google. Microsoft, ну, это по финансовые более-менее там чуть-чуть успокоились. Потому что были достаточно и по минус 11% годовых. Ну, в принципе, если за год посмотреть, финрынок там неплохо просел. По остальным секторам, ну, таким ключевым, более-менее. То есть сервис не рассматриваемый там. На удивление, биотехнологии в Штатах как-то не особо нашли развитие. В Европе там, в некоторых странах, это достаточно такие ударные компании. Так, ну, за 3 месяца здесь PetroChina, Alibaba чуть успокоился, потому что там сильно как-то разогнали. Ну, как обычно, везде жуткий кошмар, то есть я не знаю, зачем это все устраивать, но вот такой вот Армагеддон. Если посмотреть за год, не знаю, это
Некоторые банки просто вот на грани. Где-то там в Австралии, на краю планеты, ну, в Африке, естественно. Тут Колумбия, Бразилия, вся абсолютно -63%. Ну, там очень тяжело идут. Это за год счет. И по фул, то есть, ну, в общем, по штатам более-менее стабилизируется, но вот этот рост последний на фондовом и по индексу S&P 500, и в принципе по фондовому, он за счет праздников. Они на, ну, по традиции, они обычно перед Новым годом, перед Рождеством стараются, во-первых, не валить маркет, может, совесть просыпается. Ну и плюс, в принципе, идет на рынок как раз вот этот поток ликвидности из кармашек потребителей. Вот, и это немножко подбадривает экономику и, в принципе, фондовый рынок. Поэтому на будущее, с сентября уже можете готовиться на такие халявные тренды по штатам, как самый крупный потребитель на планете. И, ну, активный рост, либо же такой слабенький, но у них он сохраняется. Единственное, нужно выждать, когда начнется вот этот вот раздача подарков от Санта-Клауса. Значит, обратите внимание на Exxon. Это за год. Ну, -13 они себе более-менее там спокойно чувствуют, а вот PetroChina, дела из-за этих дешевых цен на нефть совсем как-то не очень. Royal Dutch, жуть. Потом Chevron, -20. Возможно, они как-то там хеджировались перед тем, как устраивать эти движения с нефтью. Ну, не знаю. Как-то выглядит сектор этот не очень хорошо. Но остальные более-менее, особенно технологии, которые с IT связаны, они стабильно идут, и фармацевтика, то есть в Европе особенно неплохо. Ну, в общем, не будем о грустном. Так, и начнем сразу с S&P. Так, S&P. Немножко другой раскрас модулей. Немножко надоели уже черные экраны, так немножко разнообразие добавить по цветовой гамме. Значит, прошли 2060, и диапазон, при котором на неплохой ликвидности расширяли с 2030 до 60-й, точно так же ушли, даже не поздоровались. То есть сессия тут, соответственно, и следующая на расширение. Идут, в принципе, уже без покупок. То есть сессия, начиная с максимума 3-4, тут буквально вот еле-еле даже не считается. Тут по критериям не, ну, сессия не сформировала покупку. То есть тут боковик и опять на шорт. Должны, в принципе, подобрать, потому что Новый год, Рождество на обвале. Я думаю, Обама не допустит перед уходом такую вот себе в последний год бяку сделать на совесть. Я думаю, постарается уйти красиво. Поэтому, ну, сбрасывают на всякий случай, так понимаю, они свои покупочки. Забыл подчеркнуть уровень. Ну вот получается 20-30 платформа, здесь 4 сессии, так,
проработали они неплохо. Ну и 2018 площадка на тестирование. Если неделька следующая в боковичке провисит на этом уровне, есть шансы на потихонечку опять дальше идти на покупку и никому не давать заходить. Ну, сценарий у них распространенный, когда они ложно толкают маркет, то есть ну, ликвидности немного на покупку, но они толкают, то 3-4 сессии боковик, потом одна сессия в неделю выстреливает и опять такая неделя. Ну вот, вы уже заметили в этом контракте, это уже в закономерность можно записать. Это кластер чарт по дневному интервалу. Минус 38 вчера уровни, где активненько участвовали. Сейчас я выделю. Так, где этот лейбл? Лейбл черный. Вот коридорчик. То есть, ну, если 20.49, 20.54 не дадут особо на следующей неделе пробить, в зависимости от того, сколько раз будут пытаться в этом направлении идти. То есть выделим как сопротивление, но если раза 4 за неделю будут атаковать, то вполне могут с этим массивом и потихонечку расширить дальше. Ну, не забывайте, тут до конца контракта остался месяц. Буквально 3 недельки вот ноября, и там буквально 15 декабря можно в ту неделю вообще не торговать. То есть даже советую в последнюю неделю не лезть на торги, потому что там ничего целенаправленного не размещается. Вот. И сегодня на минимуме недели такая дельта не внушительная, но в 8 с копейками пока вот за байерами, и уровень, где идет сражение, это 20.28, 20.29, возьмите на всякий случай, возможно там понедельник, вторник будут отстреливаться с этих цен. В принципе, тут достаточно агрессивный массив, можете себе представить, до этого максимум они полторы недельки удерживали рынок, здесь расширили и в таком боковике продержать цену, так что здесь вот как раз те, кто искусственно толкают маркет, они здесь точно работали. По открытому интересу тут за почти 10 месяцев график, ну, скажем так, агрессивно не сбрасывают, но активность по отношению к текущему контракту, ну, слабенькая. Это можно списать на предстоящие новогодние праздники. У них начинается шопинг уже в ноябре, и успокоятся они, наверное, в начале февраля, либо там середина января. Поэтому ликвидность немножко может упасть, и позиции фиксируют, так как нужны денежки на праздники. Правильно, поэтому фиксация — это ну, сезонность. Вот буквально вчера и сегодня вот чуть-чуть меньше стало позиций, но не агрессивно. То есть чисто тактически там все предсказуемо прошло. Так, это за недельку. Еще мелкие уровни для спекуляции. Ну, здесь обязательно выделить ликвидность концентрированно, что крайне удивило меня. Я вообще думал, сегодня будет жуткий боковик без ликвидности. А сегодня вон, видите, какой пах. С открытия ушли, набрали объем и возвращаются. Классическая схема разворота. Разворотная модель на покупку, но посмотрим, как закроется пятница, там уже будем решать, потому что если все-таки не осилят вот этот объемный уровень открытия, могут уйти ниже,
по типу как предыдущей сессии, тогда не зачет. Если смогут толкнуть выше и удержать, тогда уровни пятницы в number one на поддержку для спекуляции. Потом четверг, вот такое вот ядро сессии, здесь в расчет берем по факту уже распределение объема, и три сессии, пожалуйста, в коридоре 2070 с копейками, 2069 даже, и по 2077. Тут сопротивление, то есть может в полнедели идти до этого уровня, потом опять успокоиться и так до закрытия декабрьского контракта. Да, конечно, я поинтереснее ждал декабрьского контракта с ценами драмы, возможно, триллеров каких-то. На графике все достаточно скучновато. На FSX и DAX идентично, сбрасывают покупки перед праздниками, обналичивают успех. И две сессии, на удивление, очень ликвидные на FSX. 1 200 000 там и 1 200 000 там. То есть это явно не ошибка биржевая. То есть странно, что они еще дописали 902 контрактов 12 числа. Вот. И достаточно так волатильные по в среднем за движение FSX. Серьезная волатильность и ровная ликвидность. Такие вещи происходили буквально вот даже в октябре. Ровная ликвидность, две сессии подряд, и такие импульсы создают. Ну, Драго, скорее всего, сел за MetaTrader. Молодость решил вспомнить. Идентично на DAX пробежались такие вот объемчики. Ну, понедельник будет понятно, насколько там манипулятивно это на корреляцию пустили. Здесь более так отчетливо видно, ну, скажем так, системность трех торговых сессий, настолько, что они практически похожи друг на друга, там с совпадением 80%. На рынке экономический хаос, и сессия на сессию не может быть похожа, особенно так прям идеально. Ну, мы это наблюдали на нефти в последнее время, поэтому мы уже не удивляемся. РТС, к сожалению, нефть не дала ему укрепиться, набраться сил и все-таки уйти за 90. Сколько? 5 раз пытался. Да. Не, сори, 3. Это таймфрейм 2 недельный. Я перепутал. Значит, уже 4, 5, 6, 7 недель, вернее, дней идет шорт. Ликвидность, единственное, что более-менее позитивно, это невысокая, то есть это не магнаты заходят. И ну вот надежды были, что все-таки 83-ю как-то постараются не сдать, и уже вторую сессию висят они под этим уровнем поддержки надежды. Может, все-таки развернется нефть, и я думаю, там многие подхватят подешевевший индекс. Посмотрим по дельте. Сегодня на РТС была абсолютно действительно пятница, 13-я сессия. Очень-очень тактически жестко работали. Значит, 30 тысяч контрактов вчера. Ну, так, сори. Тут не подгрузился еще РТС. Сейчас я его подгружу.
такая у нас картина по дельте. 30 тонн было 6 ноября, и вот по 27, по 23, 11 и 12. Сегодня даже, седьмой день, южно идут, и все равно 20 тысяч контрактов на стороне селлера. То есть, похоже, что не остановится на этом уровне. Поэтому пока вот не начнется хотя бы две подряд сессии с хорошей дельтой на покупку, подбирать минимум будет опасно. Нужна площадка, во-первых, 2-3 сессии как минимум. То есть такой рынок уже, так знаете, нервы всем расшатали, и любые какие-то негативные про нефть, никто им уже не рискует, сразу начинают гасить либо скидывать. Видите, уже 7 дней идут, дельта достаточно такая неприятная. По поводу трейдерс рейтинг пока мелочи там исправят, потом, когда уже будет все отредактировано, будем мониторить. Ну, я смотрел, есть там, как обычно, у нас красавчики, которые удивляют подходом и, в принципе, там точками открытия. На РТС без явных перепадов. Кстати, практически уже на 100, не на 100%, но очень-очень я близок к раскрытию информации, почему вот на индексе РТС утром первая минута вот такой вот волатильный бар формируется. Достал документацию о лондонской бирже, как она металлов, как она работает, ну, официальная документация. И там был раздел, все описано детально, подотчетно, как биржа определяет цену на открытие. То есть вот биржа открывается, нужно цену выставить на тот или иной инструмент. И там описывается процесс определения, как автоматически какие алгоритмы происходят, что сравнивает. И сразу я вспомнил про РТС. Скорее всего, там не так определяется цена. Так, ну вот, собственно, потихонечку берут позиции, но вряд ли это все может быть на покупку, так как там 3 дня шорты идут. Так, и мелкие уровни. Сейчас я удалю. $83,800 на сопротивление, $83,350. Если спокойно пройдут этот уровень, можно будет его брать как первый блок на двухблочную модель покупки, а второй блок уже, естественно, сама пятница. Жуткая кровавая резня была сегодня. Меняли направление достаточно много, ну, часто, на фоне самой сессии, то есть не микро там в тиковом графике, а именно колебания за сессию нестабильно и очень так агрессивно работали. Так что, надеюсь, объемчик очень крупный перед закрытием дневной сессии оставили, на всякий случай посматривайте, возможно, будут отталкиваться. Если там будут при подходе на утро
агрессивные покупки по дельте могут защищать уровень байеров. Ну, опять же, там все будет понятно по нефти. $84,750 это number one сопротивление. Если следующая неделя постарается выйти за этот уровень, то это будет хорошим знаком, потому что когда торговая сессия уходит на продажу и формируется только одно ядро, то есть эти даже не сравниваются, здесь понятно, три сессии висели, то продолжение to be continued. То есть обычно если притормаживают, то четверг-пятница будут сидеть в коридоре. А здесь, видите, ядро достаточно мощное и вполне еще тенденция может сохраниться. Ну, будем ждать понедельника. Cluster Profile. Рубль. Вчера была опять 500 миллионов ликвидка. Внимательно эти уровни возьмите на всякий случай, поставьте 66 500 и по 66 150. Здесь отличились по ликвидности ребята, и если даже будет коррекция, но вот этот уровень, именно этот уровень не пропустят, то на, ну, на снижение еще не скоро пустят. Ну, не то, что не скоро, там годами, но не на этой неделе. Вполне могут там появиться байеры, поддержка, если нефть продолжит в том ключе же дрейфовать на юг. 4-3,5 дня загрузки, причем ликвидность шла ровная по какой-то системе, как бы на споте тоже ликвидность на 65,8, 65,5 уровни. Могут там те, кто загрузили здесь объемчик, тут, то есть, ну, край этого 65, то есть там уже, я думаю, будет у них зона боли, и эти байеры постараются удержать выше 65-й, если, опять же, нефть. В противном случае, очень хорошие новости будут, если весь этот Армагеддон из трех недель пробьют и уйдут ниже 63, ну хотя бы через две недели там окажется, будет отлично, но пока картина не из приятных. Так, по дельте сейчас посмотрим. Значит, на фьюче соответственно, так, стоп, что-то настроили здесь, не видно даже гистограмму, вернее объемы, вот 100 за байерами дельта вчера 64, позавчера, то есть коридорчик тут достаточно активный был на рост. Сегодня нулевая дельта, то есть, ну, я думаю, скидывали покупки в любом случае и интрадейщики, и те, кто внутри недели только работает, и выравнивается дельта с закупками этих продавцов, то есть, ну, покупатели скупают всю ликвидность, которая идет на шорты, в том числе и фиксацию байеров 65, поэтому ликвидность более-менее в балансе, и мы сейчас отфильтруем, тут видно неправильно фильтр выставлен,
обратить внимание, первый блокпост вот дельта это 66 500 66 700, ну вот 66 200, это проверка. Если очень агрессивно будут удерживать байеры этот коридор, то не шортите, это еще не до шортов. Пока не пробьют этот уровень понедельник, вторник, лучше не шортить. Так, на фоне 10 месяцев тут буквально печально было. Последние две недели сбрасывали позиции, начиная с 28 октября, и буквально вот в четверг-пятница набросились, и судя по всему что-то знают, потому что затариваются чуть ли не на самом краю. Если поступила информация, что нефть будет дальше гасить, на этом уровне держать, то понятно, что они затариваются. Так, 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 так. Еврик. Сейчас мы почистим уровни. Ну, я как-то привык больше к черному экрану и серым баром, такие томные оттенки не так сильно на глаза давят, чем ну, оттенки пестрые достаточно. Так, массив на сопротивление 103 1086, еще с октября, потом по 2,5 сессии на уровне 0.865-0.9, можно даже округлить, на сопротивление. И что необходимо выделить и заметить, так это абсолютно спокойное состояние на самом минимуме после такого движения. То есть практически 60-70% идут на снижение в этом контракте. И ну, уже даже не 5, а 6 сессий, даже 5,5, просто висят на минимуме. То есть, значит, там селлеры все-таки не боятся заходить, правильно? Поэтому аккуратнее там с покупками. Желательно, конечно, чтобы и ликвидностью надавили байеры, потому что покупать без ликвидности это очень-очень опасно. Ну, в первые такие можете алерт даже выставить, пока не уйдут выше 0.812 0.830. вот, тем более четверг был достаточно такой относительно недели ликвидный и волатильный, причем пятница сразу же ушла в том же направлении на шорт. Вполне могли в четверг попрощаться с селлерами, поэтому по триггеру еще те, кто на пробитие любит открывать позиции, работает на расширение коридора 0.695 0.705, 10 числа массивчик поддержки на этом уровне, за него можете ставить алерт, либо как только подойдут к этому уровню, в зависимости от сложности стратегии. Ядро недели 0.755 0.725, то есть вот этот коридор они уже наверное устали торговать. Ну это как точка отчета, то есть кто будет контролировать цену, будет понятно относительно какого, ну, относительно этого коридора, кто удерживает цену выше коридора 0.723 0.756, пытается закупить, ну и соответственно ниже 23, ниже 0.7, если уйдут, там никаких покупок лучше не делать, потому что контроль достаточно такой открытый. И в
фунт еще хотел. Вот такой вот левел подарил British Pound. Дерзко, открыто, невероятно, но подходит, и третья сессия пока побаивается шагнуть в неизвестность. А после неизвестности у нас 54, тут неплохо поработали 4 сессии, по 54.25 как сопротивление. Так, ну, контракт как раз на этих коридорах и сформировался, поэтому выше 52.5, выше 53 даже, это как бы позитивно будет сказываться на реакции байеров, то есть могут потихонечку заходить. Но опять же, нужна ликвидность, то есть та одна сессия, единичный случай, это еще не показатель. А ушли с 54 очень агрессивно. Так. Две нефти сейчас рассмотрим. Итак, жаль, что не сохранили традицию нефтяники посредине недели создавать самую ликвидную сессию. Вот. Три недели подряд именно так и было. 21.10, 28.10 и 4.11. Самая ликвидная сессия среда была. Вот здесь почти четверг немножко ситуация изменилась. И три сессии очень одинаковые, очень ровные и по ликвидности. Там буквально вот 313 и 274 там. Вот. Здесь как бы аккуратнее, то есть очень открыто пахнет манипуляцией. Даже можно жестче взять 4.450, две сессии с половиной захватить этот минимум, удержали селлеры, и дальнейшее расширение. На самом минимуме недели, да и в принципе отрезка этого контракта активного по чарту, сейчас глянем, висят на самом дне. Если позитивы появятся, то должны в понедельник резко сигнуть на покупку, причем так убедительно и быстро, чтобы никто еще не зашел, как они любят. Это еще куда не шло. Если вяленько, так себе, потихонечку, то долго еще будут мучить. Так, с начала ноября байера не видно. В общем, за сессию в основном идут селлеры. 43, 41.5. Вот как раз на эту десяточку разбросали на бренде. Диапазон выделим. Тут набирают обороты. Не то, что там активность показали, а с каждой сессией. Даже вот с начала ноября, да, тут одни селлеры. процента за сессию. Ну, это. А, это промежуточное. Воскресенье. Так, 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 хотел показать. Это бренд. Там июнь, июль.
Вот в такой корреляции работает бренд ACL. Сейчас идут тютелька в тютельку, то есть если между ними еще бывает разногласия, но сейчас они идут достаточно как будто под одной рукой вот идут. Вот. Ликвидность более-менее так выросла в среду, четверг и пятницу, потому что вначале были сессии послабее, вот по ликвидности могут сигануть выше даже 50 тысяч контрактов за час. Ну, модель не самая на покупку, тут идентичная же схема была. То есть, ну, уже абсолютно не стесняются, в открытую идут и по уровням поддержки, и циклу алгоритмов даже не выключают, судя по всему. Будем ждать понедельника, как откроется нефть. 42,3 ставим на первую поддержку. Мониторить алерт можно. В спешке зашли здесь, загрузились и на север, буквально за сессию сделали позитива, и потом вот такой вот мучительный кошмар создали обладатели нефти. Так, 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 золото осталось. Десять восемьдесят. В среду, обратите внимание, и сегодня не самая лучшая ликвидность. 90, и тут сегодня 87. Желающих там поработать уже как бы похоже, что не оказалось. Висят также над пропастью, то есть пока они уйдут выше 10.95, тут как бы точно о покупках думать не стоит. А думать о продажах на дне самом минимуме уже как бы поздно. Либо ждать корректировки и на защите там 10.95-10.93, либо самого ядра там 10.88, но не на этом уровне. Достаточно крупко это все выглядит, пока не пробьют первый блокпост, это 10.89, и второй вот как раз 95-ю на выход из массива этого, из 6 сессий. Дельта на золоте, сейчас проверим. Соответственно, и дельта нулевая на минимуме. Тут ниже был только четверг, тоже на продажах весь. Сейчас мы уровни отфильтруем. Дельта нулевая, то есть ажиотажа на покупку нет. Поэтому все ждут чуда. Собственно, такой вот сейчас по золоту невесомость, то есть и покупать нет триггера, и продавать уже как бы невыгодно. Спасибо, что пришли, посетили. В среду встретимся на следующем открытом вебинаре. Ну и в пятницу в 20.00 следующего жду всех на Wall Street Online. Всем хороших выходных, хорошего вечера. Вам попутного тренда и хороших сделок. До свидания, пока.